я делаю. Всем привет, друзья. Вовремя чебурашка, как всегда. Там есть какие-то дела. Дела-делишки. Мочалку я вчера так и не забрала. Пижаму я, естественно, забыла вам показать. Тошкину. Ну, ладно, не суть. Я прикреплю здесь. Где-нибудь здесь. Пижаму. Как она выглядит. А сейчас мочалка до Сюткина пришла. Корейская. Ну, вроде как. Не знаю. Что случилось? Поедем за хлебом. А, да, и мы на книжный рынок календари купить надо уже, раз уж выехали сразу. Заехать посмотреть чудо-календарики. Мне ж не один надо, и не два, мне ж много. Нельзя отбить его. Обобьем сейчас. В колеса прилипает эта фигня. И скрипит сильно, раздражает. У меня последние дни вообще все раздражает. Не знаю. Бывает у вас так? Бывает. И за хлебушком. Сейчас мы за хлебушком. Съездим сейчас за хлебом, чтобы взять на пару дней, может быть, чтобы завтра не мотаться каждый день за хлебом. Тоже себе такое. Чебурашка побрился. Да, здрасте. Уже два дня назад побрился. А что я тебя не снимала? Чебурашка, чебурашечка, чебуречек. Ух, сейчас ты мне получишь. Чебурек, а не чебурашка. Так что календарики нам нужно в Озон, надо заехать. С Али идет и что-то никак не дойдет до меня, я уж не знаю. К Новому году должно там немножечко, я заказывала. И это что-то хотела. Капец. А что еще я говорила? Чё? Ну я что-то говорила. Книжный рынок. Чеснок, хлеб. Сейчас. Озон. Хлеб сейчас возьмешь чесноком, мы поедем вот. Озон. С Озона потом на книжку. Кто-то в комментариях написал, что у меня длинный козырек. Да. Я уже говорила, я фанатка бейсболок. И я люблю бейсболки с длинными, очень длинными козырьками. Чем длиннее, тем лучше. Так что рекомендую, кстати, да. В лицо ничего не летит вообще. Я не люблю шапки, я их не ношу, я люблю бейсболки. И у меня их много, и я просто не люблю их менять. У меня есть и с короткими козырьками, но такое. Я люблю с всякими прибамбасами и с очень большими козырьками. Они не везде продаются, так что купила я хлебушка. О, друзья, у меня телефон был. Где там хлебушка? И багет. Мне у них багет нравится. Он сейчас везде, в принципе, во всех пятерках продается. Но мне нравится у них. Такой прям с корочкой. А стою на кассе, мужчина увидел. Ой, говорит, а я его и не заметил, багет этот. А я всегда у них беру. А он говорит, а я, говорит, привожу всего по 2-3 штуки. Говорит, сегодня уже нету, последний забрали. Я забрала последний. Но у них, правда, вкусный хлеб. Я прям... Он даже на вторые сутки ему ничего не делается. А в магазине берешь, ну, не знаю. Он не то, что на вторые, он к вечеру на первые уже такой, мягко говоря, не очень. Снег пошел, зараза. Я уже устала. У меня уже все болит. Ходить на мысочках скользко. И сейчас опять это все, вот сейчас он идет, этот снег. Обязательно надо было перед телефоном этот бжик сделать. Мы сейчас в Озон? Да, сейчас в Озон. Сейчас в Озон, потом на книжный рынок.
Что-то делать утром было нечего. Меня Тошка разбудил в 7 утра, не знаю зачем. Своими топотулями. Я легла в 4, встала в 7. Ну, в принципе, я мало сплю. Для меня это уже много. С 4 до 7 это уже прогресс. И сделала курицу по новому рецепту. Я обычно либо в пароварке, либо в духовке. А здесь что-то взяла, кинула на сковородку. Всяко туда накидала. Ничего, так нормально потушилось. Нормально. Ой, завтра день такой муторный. Ну что ж ты ж, друг сердечный. И школу отвезти на 3 урока надо, Даську. Потом в поликлинику ехать с двумя. Каждый день, как на вулкане, что-нибудь, когда уже я успокоюсь, уже утрамбуюсь, чтобы просто ничего не делать, хоть один день. Не, не судьба. Так, все, я за мочилкой. Поскакала. Идет запись или нет? У меня же памяти в телефоне. Кот наплакал. Вообще никак. На камеру никак не это. Короче, забрала я мочалку. Ну, не знаю насчет корейской. Какая-то хрень китайская пришла. Зая, супер. Супер мочелон. Мочалка, все правильно. Мочалка. 10 рублей. Ну, это базарный день, хотел сказать. Это досетки взяла. Потому что, как у Тёмки, я не знаю, может, тоже сюда приложу фото, угольная какая-то мочалка, обычная мочалка. Господи, а называют-то красиво так, знаете. Это я пищу, сейчас я пристегну. Короче, вот такая мочалка, типа корейская, типа удобная, типа мягкая, типа все супер, не знаю. Ну, не ладошками шмыть спину, правильно? Пускай это тренируется, оно как там растягивается. Вот эту мочалку я 3 дня ждала. Угу. Капец. Ладно, мы сейчас на книжный рынок за календарями. Выберу. Я не люблю, знаете, это календари, цветочки. Вот это там такое. Нет, я люблю животные, либо природу. Да. Драконов я обожаю, поэтому календари буду брать, скорее всего, с драконом. Или с водопадами. Или то, и другое. Так что мы на рынок на книжный, да что ж ты отпищалась. И это, Сашка делал тогда курицу. Мы все-таки курицу же нашли же. Видео я выкладывала. В 4-м магазине. Магазин. Я не могу застегнуться, мне что-то мешает. Все. Шинки мешают. Вот, и это. И он сделал курицу. Чебурашка. Очень такая. Ну, как-то, знаете, делает соус такой очень вкусный. Майонез со сметаной размешивает. Как там пропорция? Чеснок, соль, перец. Все это размешивает, что-то еще добавляет. Получается обалденный соус. Но я его не ем. Всем он нравится. Вот. И это. Обмазывает эту курицу. Делает из нее эту петельку в духовку. И когда она готова, тоже вот по этой готовой. Ну, да. И всем зашло прям, знаете, даже ребер не оставили. Потом 2 раза вытаскиваете и ложкой, которая сок с жиром есть, сверху еще поливаете по 2-3 раза. В течение там 30-40 минут, пока печет. Ну, да. Она получается не сухая, а такая, ну, поджаристая, вкусная, не сухая корочка. Да, рецепт от Чебурашки. Да. Он очень, когда я уже говорила, да, у него, когда есть желание и настроение, он очень вкусно готовит. Плохо только, что настроение у него бывает редко. А желание еще реже. Но иногда прям, да. И всем нравится, и дети в восторге. Они, папа, курица где? Папа в шоке, он говорит, вы ее уже все утрамбовали, курицу, нет? На целый день хватило. Давай еще. Вот Чебурашка ищет еще курочку, чтобы сделать, потому что всем очень понравилось.
мою не... Нет, ну как, они мою тоже едят. Они едят все, что я готовлю. То, что я тоже готовлю. Вкусно. Но Чебурашка, он вообще на повара учился. Талант, как говорится, не, никуда ты его не денешь. Он умеет готовить. Еще пару раз меня пытался научить. Прикиньте, вообще, я говорю, ну-ка, брысь с кухни, ты что? Ты что, совсем? Куда ты со своими советами? Вообще, две хозяйки на кухне такой себе, я вам скажу. Нет, это мое. Вот когда я не это не захочу, тогда будет твое. Ну правильно же, все же хозяйка знает, где на кухне у нее все должно быть под рукой. Но если туда кто-то вошел, кому там быть не надо, да. Ты потом ни вилку, ни ложку не найдешь, которая должна быть под рукой. Поэтому нет, нет. Вот я ему кухню освободила на 40 минут. Ходила, подглядывала, что он там делает. И это, и все, и хватит. Вот. Ну, если серьезно, правда, курица очень вкусная. Еще он хорошие супы готовит. Как это, картофельные вот эти вот завитушки. Ну, короче, да. Поэтому надо еще где-то курицу. Проблема курицу найти, я говорила. Курица ищет курицу. Какие-то она вся такая перемороженная, что ли. Вот. Так что сейчас в календаре будем с вами выбирать календарики. Выбрали календари. Три штуки взяла. Пока. Но погода капец. Вообще началось опять. Прикольно, календарики я тоже сейчас просто в машине я там завернула, она их так. Я дома покажу. Ой, домой приеду, покажу календарь, прикольно. Взяла с два драконами и один такой навесной. Чего ты? Чего? Чего ты говоришь? Я не тебе. Ага. Чебурашка. Мне что-то договорилось. На. Сейчас. Сейчас мы за колбаской надо заехать. И вдруг курицу увидим. Нормальную, хорошую. А то в прошлый раз на четвертой попытке. То в одной что-то булькает, другая какая-то перемороженная, третья вообще попахивала. Серьезно. Прям морозилку открываешь, такой запашок, знаете. Очень, не очень. Вон они, короче, календари. Но я домой приеду, я расщепуньку их и вам покажу. Прикольно, мне понравились. С драконами. Вот, сейчас мы за колбаской и домой. Вручу мочалку Даське. И календарики вам покажу. Ты когда мукбанг будешь снимать? Да вот, прям. Скоро начну. Когда курицу купят, короче, тогда и снимет мукбанг. Опять я мешаю. Все, друзья, мы за колбасой. Вкусненькую нам взять и что-то. И сосиски.